Буштрук Данила Иванович, Иосиф Спасибо. Мой дедушка. Мой дедушка Романовцев Сергей Дмитриевич. Чирков Николай Николаевич. Асатов Шерпова Асатович, рядовой. Это мой дедушка, рядовой танкист, он дошел до Ханкингола. Его звали Мардану Шейхулат Хазимардану. Спасибо большое. Громче, сильнее. Ковалев. Владимир Николаевич. Молодец. Владимир Николаевич. Владимир Николаевич. Молодец. Младший. Лейтенант. Ура! Буслаев Алексей Никифорович, мой дед и отец, матрос. Спасибо большое. У меня нет фотографий, но у меня погиб дядька, который под Керчью во вторых подвиг матроса защитился своим телом, образовав пулемет. 13 января 44 года. Дедушка Риуцкий Николай Филиппович, танкист. Просим Григорий Филиппович. А можно на помощник начальника штаба полка в составе Сибирской первой дивизии Сталинского стрелкового конечно, полку. Да. Мой прадед Басов Михаил Ильич, тружник полка. На заводе «Вайнвет» во время войны работал в тылу, производили на заводе снаряды. Это мой дядя, Шведов Михаил Матвеевич. Прошел до пенсионной дуги от Карачаево-Черкесии. Был контужен, лежал 12 суток под землей, потом медбратом до самой Курской дуги прошел. Вот это подвиг! Пролистовский Иван Викентьевич, мой дедушка. Это мой прадедушка Иванов Николай Ефимович, важный кавалер ордена славы третьей степени. Был контужен под Польшей, умер в 91 год. Кулинко Василий Александрович. Белорусский фронт дошел до Кенигсберга. Умер несколько месяцев назад, дошел сержантом. Ой-ой-ой. Сапценко. Самига Никитович, мой прадедушка. Спасибо тебе большое. Пошивсим Алексей Федорович, подполковник, служил в ракетных войсках. Мой дедушка Семка Николай Данилович, труженик тыла, инженер-испытатель подводных лодок и торпедных катеров. За особые заслуги перед Отечеством награжден орденом Трудового Красного Знамени. Мой дедушка Калуев Илья Иванович, капитан. Капитан Константин Максимович, служил в полку связи, дошел до Дрездена, работал. Артеменко Михаил Андреевич и после года. Бабинин Глеб Александрович воевал на Ленинградском фронте с 1942 по 1945 год, был контужен, вернулся к службе, дожил до 81 года. Сенин Георгий Григорьевич, это дедушка моего мужа, я, к сожалению, звания не знаю. И еще у вас тут есть? Это он же. Спасибо огромное. Это наша бабушка Мусина Мария Галевзяновна. Она прошла в войну, она была медсестрой, пожалуйста. Она в войну. Он прошел в войну, воевал с врагами и тоже пошел в войну. Молодец, спасибо. Есть еще кто-то? Это Арвила. Петр Павлович. Он сейчас вот это пройдем. Пропал без вести, сражаясь под Курском. В марте 1942 года. Так. Ему было 37 лет. Нет. А это Ичвакала. Он прошел всю войну и получил второй орден Отечественной войны второй степени. Сосин Константин Гаврилович участвовал в японской Великой японском фронте. Участвовал в японском фронте. Ветеран Великой Отечественной.
Наш дедушка был комиссован в 43-м году с Калининского фронта, потому что получил тяжелое ранение. До конца жизни у дедушки были открыты раны на обеих ногах, на животе и на спине. Поэтому я считаю, что он герой, и не только он, но и бабушка тоже, которая всю жизнь за ним ухаживала. Спасибо большое. Спасибо. Мой дедушка Шубин Василий Николаевич. Шубин Василий Николаевич. Знаете, фотографий нету, но можете посмотреть на меня. У него мои уши. Наоборот, да. Значит, когда ему было 16 лет, Баракаев Шариф Шарифович, когда ему было 16 лет, он пошел и сказал, возьмите меня на фронт, но сказали только 17 лет. И он признался, что да, мне 17 лет, хотя ему было тогда 16 лет. И он пошел до Харькова и получил тяжелое ранение, и все равно продолжил свой, значит, второй военный поход, еще участвовал в японской войне. Вот, до сих пор все медали, но в 96-м году уже его не стало. Спасибо огромное. Да. Он родился в Узбекистане, в городе Бухара. Герой Советского Союза? Да. Герой Советского Союза. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный. И все бессильно. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Звучит другой приказ, и командир сойдет с ума, разыскивая нас. Планета, звезд пулемет не утомим, а значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессильно. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.